163 штрафа в прошлом году выписали любителям парковаться в неположенном месте. Водители, которые оставляют автомобили на газонах, площадках и тротуарах, нарушают правила благоустройства города и закон о чистоте и порядке территории Нижегородской области. Весной особенно видно, что так население нашего города совершенно недисциплинированное и транспортные средства размещает так, как им удобно, не задумываясь о том, что нарушает травяной покров, растительный покров и выносит грязь на колесах на проезжую часть, что во дворовой территории, что на улично-дорожную сеть. На сайт администрации в ДГХ приходит большое количество сообщений о нарушении правил парковки. Также автохамов выявляют в процессе объездов. По словам Татьяны Голубятниковой, главный аргумент из уст нарушителей – отсутствие запрещающих знаков. Однако незнание закона не освобождает от ответственности. Согласно части 2 статьи 3.8 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях, нельзя парковаться на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озелененных территориях и пешеходных дорожках. Специалисты департамента городского хозяйства уполномочены только возбуждать административные дела, то бишь составляем протоколы. И материалы дальше направляем на административную комиссию на рассмотрение. По данной статье, часть 2 статьи 3.8, это размещение транспортных средств с нарушением, значит, предупреждений нет. Штраф предусматривается на физических лиц, в частности, от 2000 до 4000. Если вы заметили автомобиль, припаркованный на запрещенной территории, можно оставить жалобу на сайте администрации, либо сообщить ДГХ по телефону 9 90 39. Обязательно нужно указать точное местоположение, дату и время нарушения. Дарья Кузина, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.